Здравствуйте, уважаемые наши зрители! И сегодня мы в гостях у прекрасного человека. Это человек с большой буквы. Монолит, настоящий монолит эстрады. Великий композитор. На чьих готовых песнях, на чьей музыке воспиталось не одно поколение. Это Александр Сергеевич Зацепин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас приветствовать. Во-первых, хочу вам сказать большое человеческое спасибо за ваше тепло, за вашу музыку, за то, что вы окружили великую нашу Россию, не только Россию. Я вот сам родился в Узбекистане, но я воспитан на ваших песнях, на ваших музыке, которая несет именно добро человечеству. Потому что именно музыка – это крик души. Когда у человека душа чистая, и такие великие композиции появляются. Поэтому я просто благодарен вам. И первый мой вопрос. Вот хотел спросить, откуда вот это пришло? Это вас воспитали именно бабушка с дедушкой, родители? Или вы сами? Ну, я не знаю, я учился сначала, конечно, в старой школе. Меня родители отдали в старую школу, закончились семилетку. Что-то там, потом я, конечно, постоянно желание было много. Идти в Московский институт связи, меня родители там очень интересовало. Ну так была война, то недоступно. И потом все-таки я выступил в какой-то институт, инженер транспорта, который был мне сказали, что я готов везде одинаково, математика, это я, конечно, завалил математику, в армию пошел, в Омск попал в школе, потом в духовном училище, потом посвятил профессору. Он сам написал фляск в Белинске, и когда я служил курсантом, я начал в Тюменске, я был командир взвода, был Евгений Матвеев, такой известный был артист, на самодеятельности, я отличил от этого компанию, с тех пор я стал Второй вопрос. Что для вас значит слово «семья»? Я не знаю, может быть, это зависит, конечно, и каждый человек, член семьи, агрессивность, не знаю, может быть нисходительным, быть добрым, спокойно сказать, что мы всегда не могу излишне там сказать, ну вот это научится, с ним не послабляться. Сколько же чего должно сходить, что-то помогает, кроме того.
в идеале себе живем. Мы не знаем всякого. Бывает, конечно, и ссоры, несерьезно. Компьютер ломается. Хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, ваше напутствие молодым начинающим артистам, певцам, композиторам, поэтам, песенкам. Что вы посоветуете вашему напутствию? Ну, по своему опыту, когда я начал учиться, я уже был из Петербурга, из Севастопольской Петербурга, из Казанской Светлой, из Ленинградской. И вот у меня напутствовал, так сказать, потом у меня было свое отношение к труду. Что прежде всего, если это композитор, то что-то сочинит, он должен критически к этому отнестись очень. А не то, что «О, сочинение еще такое, а может плохо». Человек начальник, даже профессионал, вот я иногда говорю, мне, что я сочиню что-то, мне кажется, все это прямо очень здорово. Я записывал, сейчас есть. Раньше я записывал на микрофон, накладывал и дни через пять, чтобы мне самого фанатного номера ничего не записывал. И тогда я вижу, ну вот здесь плохо, а здесь вот вообще прикольные цели сразу позаявляются. Или что-то там подправить. Если это песня, если это хорошая песня, а закрытая, или наоборот. Какой-то зеленый хороший, а бывает с первого раза, что все сочиняется. Так что есть это не сразу никогда эта песня, или ничего не направила. А мы все равно, это четвертый. Или третий, или четвертый. Все не умею ставить. Я не ставлю. Все это не самое. Изюминки. Да. А нот всего там три-та-та-та-та. И вот такие надо найти, которые могут задробиться. Но еще учитывая, что это нот, потому что если кто-то написал там два или ставить диск, он не получился. Второй, третий, пятый, десятый. А в кино, если не получилось, то еще не справишься. Все даже так, это и плохая песня. То есть относиться к себе критически. Если это исполнитель, прежде всего решить, как он должен исполнить песню, если это песня. Чем я бы очень благодарен. Я чувствую, очень серьезно подходил к тексту и музыке. То есть она все пела, не могла где-то там какие-то выступления делать музыкальные, но все-таки как обычно это все делается. Но все это очень грамотно и умно. И не повторяя какой-то прием, если бы это началось первое, и как все это можно, они один раз. То есть вот это все делается. Теперь значит, к тексту серьезно, а как бы все это сделать? Проникнуться этим стихами. Потому что часто бывало у меня так, что вот так песню. Посоветует какого-то исполнителя. Исполнитель дает кассету туда, или кассету, да, и записывает там, что там, 2-3 песни на английском языке. Но все это снято с копии. Ну да, это... А когда даешь новый текст, ты человек знает. А как спят? Надо душой прочувствовать, прожить. Вот это самое главное. Согласен, ну и, конечно, работать, если есть голос, с техникой, чтобы было то. Я еще хочу... Подпишите, пожалуйста, журнал. Пожалуйста. Это ваш журнал. Юрию Дединеву. Как Юрию Дединеву, Даже. Девятое, да? 11, 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
Где ты? Большое вам спасибо. Пожалуйста. И, конечно же, до новых встреч, потому что я специально сам создал этот проект «Привет из народа», который многие поддерживают, потому что у нас очень много талантливых людей в нашей России, которые именно поют без всяких кастингов. И вот люди присылают на почту мне, и я уже как бы у кого-то домашнее видео, и я как бы выкладываю, делаю такой экшен в передаче. И после как бы первый участник, второй участник у нас выступает. А также такие известные люди, как вы, которые именно живут музыкой, всю жизнь музыки, которые знают все изнутри, дают свое напутствие на другом артисте. Большое вам спасибо и всего самого-самого хорошего вам и вашей семье. Спасибо. Проект «Певец из народа» предлагает услуги по саунд-продюсированию, которые включают в себя: а. Написание оригинальной музыки и аранжировки. Б. Написание оригинальных текстов песен. В. Сведение, мастеринг композиций. Также оказываем поддержку в ротации на радио. Предлагаем услуги по фото- и видеомонтажу, съемка ваших концертов и мероприятий. Участникам и подписчикам нашего проекта полагается скидка 20%. Возможна удаленная работа с исполнителем.